Сквер-юность давно стал местом притяжения людей, интересующихся историей родного края. Ведь здесь силами краеведов регулярно выставляются фотографии, рассказывающие о Ленинском округе. Новая выставка охватила временной период почти в век, а именно 90 лет – время существования Ленинского района. 4 стенда, на которых организаторы постарались отобразить самые яркие моменты развития муниципалитета. Открывает экспозицию изображение карты района до 65 года, еще до реорганизации Москвы и области. На этом же стенде в основном военные фото. Выставка очень интересная, выставка полезная как и для детей, так и для взрослых, чтобы все видели, каким был наш район, каким он стал и каким он будет. Второй стенд отобразил период начала развития района, в частности, строительство коксогазового завода. На следующем – время урбанизации, на замыкающем – современность. Над экспозицией сотрудники историко-культурного центра работали несколько недель. Все фото выставляются впервые. Часть снимков взята из районных архивов, другая предоставлена местными жителями. Конечно, день за днем мы не отразили. Это тяжело, потому что предприятий было много, сельхозпредприятий было много, и на каждом предприятии что-то делалось. Но мы постарались выбрать вот крупные такие моменты, которые были как бы вот для нашего района значимыми. Валентина Коновалова в Видном живет почти полвека. Строила город, что называется, своими руками. Знает здесь каждую улицу, любит поселение всем сердцем. Она одна из первых ознакомилась с выставкой, которая вызвала у нее слезы. Люди неповторимы. Прошу вас, умоляю, историю держите, как зеницу ока, не выпускайте. Иначе народа не будет, нашей молодежи. Не забывайте нашу историю и наших великих, дорогих ветеранов, которые нам дали это солнце, это небо и наш город Видное в том числе. Фотовыставка в честь 90-летия Ленинского района и Московской области в сквере «Юность» продлится до конца октября. Успейте познакомиться поближе с историей родного края. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.